Так, вроде все в порядке, можно выдвигаться. Ой, нужно сбегать домой, выложить вот этот весь инвентарь, вот эти все шмотки, которые у меня валяются. Пойти заправить танк. Ракеты положить, одно, другое, третье, можно отправляться наконец-то в эту шахту. Ой-ой-ой-ой, надеюсь, пожалуйста, что меня больше ничего там не ждет, что все будет хорошо. Больше не будет никаких приключений, зомби, бандитов и многое другое. Сегодня я узнаю, правда ли это все, будут ли там вообще ученые, будет ли там безопасно, это самое главное. Так, вы меня не видите, я просто тут проезжаю. Так, сюда, нужно сбегать быстренько домой, выложить вот эти все вещички, чтобы не потерять. И заправить танк, который должен находиться, да, вот тут. Его еще никто не украл, поэтому все нормально. Сегодня будет жестокий день. Все же я узнаю, что же меня там ожидает в этой лаборатории. Так, нужно припарковаться тут. Я, конечно, не самый лучший водитель в мире, но мне кажется, вот так сойдет. Капут. Я долго к этому готовился. Сегодня я узнаю, что же там находится в той шахте, что же там находится в этой лаборатории. Что мне можно выложить? Этот костюм. Где у меня будет больше защиты? Где у меня больше будет шанса выжить? Вот тут 100% больше. Что можно выложить? Пиво? Нет, сегодня пиво точно с собой брать не буду. Пиво, половину ракет я тоже могу выложить. Вот это. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Ну и бронежилет тоже возьму на всякий случай. Так, нет, вот что я сам... Нет, лучше дверь все же закрыть. Вот что я забыл. Самое главное, я забыл. Все ли брать? Весь бы бензин брать или не весь? Мне кажется, танк очень много бензина жрет, поэтому, наверное, лучше возьму весь. Так, топор, АК, снайперка, дробовик, гранаты возьму на всякий случай. Мины мне не нужны, коктейль возьму. 100% пригодится. Так, надеюсь, никто ее не украдет. Пожалуйста, я бы ее загнал в гараж, но у меня кирки нету, чтобы починить вот этот гараж. Ой, как же мне повезло то, что я вот этот АК нашел вчера. Так. Пожалуйста. Ты меня... Нет, не видишь? Твою нафиг! Так, только дружка своего не зови, пожалуйста. На, зараза! Так, этот меня не заметил. Как бы мне залезть в этот танк? Я уже не помню, как я вчера залазил. Или я в этот залазил. Стой там, я не знаю, ты ослеп или что, но хорошо, что ты меня не видишь. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то. Все нормально. Нужно заправить быстренько. Я не буду, наверное, тратить весь бензин, хотя бы одну канистру. Посмотрю, сколько же жрет вот этот танк. Пока заправляется танк, я. Ракеты. Ну, 5 ракет, 5, 6. Пускай будет, половину поставлю, надеюсь, то, что этого хватит. Так, заправился, даже до половины не дошел. Надеюсь, то, что он не очень будет много жрать. Так, нужно полностью развернуться. Ой. Пожалуйста. Ай! Что? Как же им управлять-то? Офигеть, как это сложно! Я думал, то, что будет намного проще, чем вот так. Потихонечку. Почему я всегда спешу? Потихонечку. Вот так. Нужно привыкнуть к этому управлению конченному. Все, вроде справляюсь. Тише. Медленнее. Вот так, нормально. Нет, коробку бедную я точно стрелять не буду. Сюда, потихонечку. Фу, так что мне нужно? Завал я уже прорвал с помощью ТНТ. Сейчас там куча зомби и какой-то зомби-босс, что ли, был. Если я помню, это было вроде несколько дней назад. Я его точно должен взорвать с одной ракеты. Мне кажется, я справлюсь. Фу. Твою мать! Да ну, да вы издеваетесь нафиг, я... Охренеть, вы просто реально с меня издеваетесь. Какие нахрен бандиты, какие бандиты, к черту? Меня день не было, как они успели набежать отсюда? Сюда, я просто охренею. Я вижу их там вроде очень даже много. И это очень плохо. Так, куда вот это...
Куда я смогу тут залезть? Так, мне нужно подняться выше. Если я поднимусь выше, я 100% смогу посмотреть и разведать обстановку и узнать, сколько же там бандитов в целом. Я вижу, по крайней мере, сейчас троих. Нужно повыше забраться, чтобы рассмотреть все вокруг, что тут и как. Может, я замечу больше бандитов, и мне нужно придумать тактику, как мне пробраться туда внутрь, в эту шахту. В принципе, если они вот сейчас тут находятся на улице, то они 100% будут и внутри. Сколько их тут вообще? Хорошо, что у меня есть снайперка. Двое? Еще один? Но тут я никого не вижу, дерево мешает. И один еще в будке, я его видел. Этот, похоже, решил отлить. Если я вот этого завалю, его 100% не смогут увидеть, да. Хорошо, что он свалил сюда и решил вот тут отлить. Если я его завалю, украду у него одежду, потому что вот этих я точно не смогу убить. Я не смогу сюда ворваться просто так, всех расстрелять спокойно. Меня 100% убьют. Если мне в те разы очень сильно везло, то в этот можешь просто не повезти. Если я вот этого убью, украду одежду, потом типа скажу, что я, не знаю, нашел танк на улице или что-то такое, или кто-то пришел, я его убил, нашел танк, заеду внутрь и просто запущу ракету этим тварям в лицо. То, в принципе, того чувака в будке я уже 100% смогу просто завалить. А если тут еще будет один, вот тут может еще какой-то один, я их тоже убью и потом спокойно на танке проеду внутрь. Мне кажется... план не очень идеальный, но может прокатить. Хорошо то, что у меня есть глушитель. Надеюсь, никто не услышит, как я его убью. Ой. Ну что, поехали. Минус. Никто? Вроде паники нету. Фух, пожалуйста, пожалуйста. Только не заметьте меня, я вас очень сильно прошу. Надеюсь, что все будет... В смысле? В смысле? В смысле? Откуда еще полминуты назад их не было. Откуда они появились? Они, похоже, тоже отлить куда-то ходили. И только сейчас вернулись. Ох, зараза, вашу нафиг. Так, это можно снять. Если я вот так полностью оденусь. Вот так. Надеюсь, они не заметят то, что это подмена. Очень повезло то, что у них на голове у всех вот эта маска. Поэтому они не знают всех в лицо. Фух, ладно, в руках вот так лучше все выбрать. Ой, так, главное не палиться, главное не палиться. Вообще нормально там отлил. Отличное место, вот если будешь сать ходить, вот туда иди. Ты что, дебил? Твою мать, что я несу, главное не палиться. Охренеть, сколько их вокруг. Пацаны, там короче, дебил какой-то на танке, вообще школьник приехал, и он говорил то, что может там в банду вашу вступить. Я такой... Какой малец? Школьник? В голову мою... Устал я, короче, пацаны. Вот там задышался. В голову, короче, ему пальнул, танк отжал. И вот, я, наверное, сейчас его сюда загоню, нахрена он будет там валяться. Просто пополнение в нашей армии будет, да? Ну да, давай. А, давай. Сейчас я тогда пригоню. Сейчас. Да, конечно, твою конечно. Твою мать. Сюда его тащи. Я не думал, что это так будет сложно, но по план-то хотя бы сработал. Так, они не знают. Они не знают то, что это подмена. Они не знают, кто я такой. Я себе почти выдал. Тупая башка. Так. Сейчас главное спокойно. Спокойно заехать, спокойненько заехать. Твою мать, пацаны, это управление хреновое управление, я сейчас заеду, минутку дайте мне. Ну, если бы тут еще место было нормально, чтобы заехать. Все, вот, твою мать, вот так, в принципе. Пацаны, короче, места тут мало, если честно, но вот так сойдет, если я припаркуюсь, да? Ага. Сойдет. Айтфоскуд, ладно. А ты чё стоишь? Обосрался, да? Что? А, да. Сколько вас тут, да?
паскуды. Твою мать! Вы что, дебилы, зомби тут держали? Так. Охренеть, 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 сколько их там? У меня патронов нету, патронов нету, патронов! Так, быстренько, 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 быстренько отрегениться. Охренеть. Граната. Граната полетит сейчас. Лови, паскуда! Ах. Так, не-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 
обосрался, чудак. Нет. Ага, они за мной не идут. Да, вы за мной не идете? На тогда, так не попал. Там еще двое. Ага, то есть они там... Они даже за мной сейчас не идут, они реально там что-то охраняют. Значит, там реально цена, если они даже за мной сейчас идти не хотят. Угу, ясно. Ясно. Раз вы ко мне идти не хотите, значит я к вам пойду. Раз вы такие умные, да? Конечно, если бы еще танк не застрял вот тут, было бы вообще идеально. Чё я вообще парюсь? У меня же танк. Чё я вообще парюсь? У меня такой вопрос. Паскуды, вы ко мне не хотите идти? Вы думаете, вы там что-то охраняете ценное? Хотя, если они реально охраняют, то ценное. Не хотите? Ладно, не хотите, значит я к вам пойду. Не хотят они. На тебе! Да твою мать, да как же сложно этим танком управлять. На! Так, 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 так. Вот. Не хотят они. Так, тихонечку, потихонечку. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Так, если я хорошо помню, там реально орда зомби. Хорошо, что то, что я проверил, у меня нет ракет. Ой, надеюсь, то, что эти 6 ракет мне хватит, чтобы пройти дальше. Фух, ну с богом. Так, 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 только не нападайте, только не нападайте. Ага, то есть они сейчас на меня даже не рыпаются. А, раз так... Все, что мне нужно было, это танк. Охренеть, как все просто, так, еще один завал. Больше его нету. Как же все просто. Офигеть, так, они за мной не бегут? Нет, хорошо, не бегут. Твою мать! Пацаны, стойте! Стойте, пацаны, давайте договоримся, пацаны, тихо!